первые шаги по римской земле. Ищем, как попасть на улицу Святого Петра. Показила его небольшой обзорчик. Жарило, конечно, сегодня. Очень жарко, но на улице везде продаются вот такие шляпы. То есть туристы могут себе приобрести, закрыться от солнца. Заходим в такое красивое место, колонны, тень. Здесь очень хорошо проветривается, красивые такие люстры кованые. Очень много уличных торговцев. То есть здесь все есть, начиная от сумочек, заканчивая сувенирами разными. Так. И мы попадаем на площадь Святого Петра. Можно пройти на солнышко. За всеми китайских туристов уже достаточно. Все прошло время, когда ковид их не пускал. Идем сейчас к этому замечательному фонтанчику. Потрясающая площадь. Потрясающий вид. Кстати, была здесь летом. Много лет назад была еще зимой. Вот. Летом, как для меня, самое комфортное путешествие. Но, может быть, потому что я люблю жару и могу правильно одеваться в жару. Мне не жарко, я гуляю, одеваю низкие обувь на низком каблуке, одеваю еще второй слой, то есть не только, например, сарафан, а еще такая рубаха на мне обязательно должна быть. И вот, когда подходишь к фонтану, чувствуешь такую прохладу, тоже такой потрясающий купол. Так все вообще превосходно. Просто хочется говорить превосходные слова. Подходим к бассейну. К фонтану. Солнце, оно расплавляет мозг, это уже не знаю, о чем ты говоришь. Еще много туристов, трудно быть. И любоваться, и рассказывать, и снимать. Потрясающих мальчиков снимаю. Красивых они друг друга снимают. Интересно, какая национальность. И так одежда красивая, или уродные прически. А вон еще один фонтан, просто полное подобие первого, да? Два, братья-близнецы.